Приветствуем, с вами Fork News. Депутат Российской Госдумы Анатолий Аксаков заявил о завершении работы над законом о цифровых финансовых активах. Тем не менее, этот закон будет принят не раньше лета. И для того, чтобы дать такой толчок... Аксаков признал, что задержки в принятии закона были вызваны разногласиями между органами власти. Он объяснил, что большинство членов Госдумы поддерживают криптовалюту. Однако Центральный банк страны запрещает обращение и использование криптовалют в качестве средства платежа. Теперь же долгожданный закон был отложен из-за пандемии коронавируса, которая замедлила все законодательные процессы. По словам Аксакова, выпуск и обращение цифровых валют будут законодательно регулироваться. Он также подчеркнул, что законодательство не будет препятствовать работе криптовалютных сервисов. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки в описании. До скорых встреч!